Пушкинский фонд местного развития при участии Леруа Мерлен и при поддержке главы Пушкинского района оказал помощь Пушкинской районной больнице имени Розанова на общую сумму 120 тысяч рублей для проведения косметического ремонта в бывшем здании роддома для нужд хирургического отделения. К нам обратился главврач нашей Пушкинской районной больницы имени Розанова с оказанием помощи в связи с проведением ремонта. На данный момент они проводят капитальный ремонт в хирургическом отделении, и на время ремонта всех пациентов будут переводить в отделение старого роддома. Но для того, чтобы туда людей сначала перевести, там нужно сделать косметический ремонт и новые раковины поставить, так как там, соответственно, времени прошло много и помещение в удручающем состоянии. Мы закупили материалов, это и краски, и плитка, и электрические приборы различные. Ну, все, что необходимо было. Мы продолжаем, в общем, помогать нашей больнице. Мы это уже не первый раз делаем. Эта практика у нас уже давно, поэтому будем дальше продолжать оказывать помощь нашей центральной больнице.